Брестские коммунальные службы ни на минуту не прекращают работу по благоустройству нашего города. Ремонтируются дороги и тротуары, осуществляется обрезка деревьев и наводится порядок на улицах Бреста и во дворах. Идет озеленение. И вся эта работа активно проводится не только в разгар месячника по благоустройству, но и на протяжении года. Весна – повод подойти к этим вопросам более предметно и основательно. Сегодня местом, где работа по-настоящему кипела, стали дворовые территории по адресу Машерова, 53. 3, Партизанский проспект 12. Проходит месячник по благоустройству в городе. В рамках этого месячника у нас проходит акция «Чистый двор, чистый город». Значит, в этом году мы подошли комплексно к уборке дворовых территорий. Значит, в каждом жилищно-эксплуатационной службе определены дворовые территории, которые там будут в рамках акции наводиться порядок. И подход у нас там комплексный. Сегодня комплекс мероприятий подразумевает максимальное объединение всех субъектов хозяйствования, общественных объединений, учреждений образования, организаций системы ЖКХ. Да, никто не поспорит, что навести порядок, осуществить озеленение, где оно необходимо, отремонтировать малые архитектурные формы на закрепленных территориях – это задача работников ЖКХ и ЖРЭО. Однако сегодня каждый брестчанин должен понимать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Как мы работаем? Мы выбираем, допустим, один большой двор, и все ИТР-работники, плюс бригада сантехников, бригада строителей, бригада дворников. У нас еще в КУВЖРЭО есть зеленая, так мы ее называем, бригада. Вот сегодня они, допустим, делают формовку деревьев. Мы чистим асфальт, чистим дорожки. Вот вы видели, какие у нас сейчас новые технологии, очень приятно. Это не скребки, которыми раньше, допустим, дворники могли только делать. Пригласили на уборку жильцов, вывесили объявление. Вот пришли, приятно, есть женщины, которые нам немножечко тоже помогают. Значит, у нас очень как бы много планов по этому двору, начиная от покраски водосточных труб, домофонных дверей, цоколя, ну и плюс уборкой на земле, потому что я считаю, что весна – это то время, когда не просто надо, но очень хочется поработать именно на земле, вот оно даже тянет, я бы сказала. Где необходимо, будем смотреть и делать входные группы жилых домов, чтобы наш двор, к которому мы пришли работать, выглядел красиво во всех отношениях. Уже порядка 8-7 дворовых территорий уже наводится, продолжается, уже некоторых наведены полностью порядки. Ну, до конца акции мы будем это дело поддерживать и наведем порядок в этих всех дворовых территориях, на которых запланировали. В рамках акции «Чистый двор, чистый город» на помощь работникам коммунальника и ЖЭСа активно выходят брещане. Ведь они понимают, что кому, как не им, каждый день любоваться красотой и опрятностью своего двора. Однако, чтобы он действительно был уютным, нужно внести свою лепту в уборку. Надо участвовать, чтобы чище было, потому что самому приятно выйти во двор, и когда все чисто, аккуратненько, все покрашено. Вот, и поэтому как бы сам выхожу, помогаю. Объявление прочитал, все, пришел, выдают, либо, ну, что надо там, подмести, грабли дают, оборудование, инвентарь точнее. Акция «Чистый двор, чистый город» продлится до 12 апреля. Это значит, что каждый желающий может выйти в свой двор и сделать его еще чище и уютнее.